Частные съемки Второй мировой войны. Мы нашли 6 кинолюбителей, солдат германского вермахта. Они снимали свой отъезд и вторжение в Советский Союз. Они выжили в этой войне и сохранили свои кинодокументы. Да, кажется, в этом шкафу у меня лежит 8-миллиметровая модель Siemens. Давайте посмотрим. Вообще-то, для съемок я пользовался 16-миллиметровой камерой. Вот он. Видите? Техника серьезная. Отлично. Здорово, все еще работает. Вот 8-миллиметровый вариант моей дважды восьмерки. Посмотрите, довольно тяжелая. Мои родители не спорили со мной. Для них вообще так вопрос не стоял. Они сами дали мне эту камеру. Они хотели, чтобы я ей пользовался. Им, конечно, было интересно, что их сын делает в этом огромном лагере. И я показал им фильм. Тогда мне было 14 лет. Да, 14. Камера была размером с карманную книжку. И она была со мной все это время. Но я не мог снимать все, что мне захочется. Так что я снимал лишь то, что тогда мне казалось особенно интересным. Мои родители считали, что все, что можно сделать хорошего для сына, должно быть сделано. Тогда нужно было вступить в Гитлер-Югенд, чтобы не быть белой вороной. И везде существовал определенный регламент. Просто болтаться без дела никак не выходило. И мы маршировали. Нужно также было приветствовать, как простым гражданам, штурмовые отряды, когда они маршировали. Мы стояли на обочине. Мне было лет 11 или 12. Я стоял и смотрел на отряды СА. Мне было интересно. Мне нравилась музыка. И тут подошел один из них и рявкнул: «Подними руку, приветствуй фюрера, когда мы маршируем». Он показал мне, как нужно поднимать руку, и заставил встать по стойке смирно.
Я видел, как многие фотографировали, но на кинопленку снимали единицы. Может, потому что не было достаточно материалов для съемки. Но я постарался найти все необходимые мне источники. Поначалу всего было достаточно. Даже был Kodak Chrome. Мои последние пленки Kodak Chrome были проявлены в 1942 году. Они очень хорошо сохранились и оказались довольно интересными. Никаких трудностей с камерой у меня не было вообще. И даже чистить ее не приходилось. Просто она работала до самого конца войны. Даже в сильные холода под Москвой, до минус 50 градусов Цельсия, камера работала превосходно. Механизм прокручивал пленку просто идеально. Очень редко, когда ее вдруг заклинивало. Но я и сам мог с этим справиться. И еще эту камеру очень легко засунуть в боковой карман брюк или шинели. Так что я всегда брал ее с собой. Очень хорошее место для камеры. Подготовка трудовой службы Рейха. Вместо винтовки у тебя лопата, но держишь ее точно так же. Нужно было маршировать, поворачивать голову налево, поворачивать ее направо, втягивать живот, все, чему учат в армии. Отрабатываешь раньше, так что потом будет легче. Выходя из дверей, нужно было остановиться и вставать по стойке смирно. Нас все время заставляли передвигаться бегом, выматывали, нас заставляли бегать, ложиться, нас гоняли и мучили. И тогда мы не понимали, что целью всего этого было прежде всего сломить нас, заставить потерять волю, чтобы мы выполняли приказы, не задаваясь вопросом, правильно это или нет. Это вполне нормальная тренировка, чтобы стать членом общества. Но если кто-нибудь, скажем так, неправильно себя вел, разумеется, были последствия. Вечерняя поверка. Они роют носом землю, чтобы у всех и ногти были чистые, и волосы подстрижены. Только там я понял, что иногда эта подготовка является по-настоящему жестокой, придуманной для того, чтобы сломить нашу гордость, превратить молодых солдат в беспрекословно подчиняющиеся приказам единицы, чтобы впоследствии они выполняли их, не задавая никаких вопросов. Jetzt dürfen Sie eines nicht vergessen.
Не забывайте, сейчас мне 66 лет, тогда мне было 17 или 18. Совсем другая личность. Тогда я не был достаточно сильным. Это была машина, от которой нельзя было спрятаться. Никому. Что я мог сделать? Я мог... Какой тогда был выход? Это был твой долг — служить. Но если же тебе это не нравилось, то тебя наказывали. И, разумеется, я этого не хотел. Могли отправить в карцер, обвинив в проступке. Если ты был мягким, то обращались с тобой очень даже плохо. Издевались. Но этого я тоже не хотел. Мне хотелось находиться в безопасности. Нельзя сказать, что это было преступлением, но если кто-то будет говорить, что не все немцы были виноваты, то я бы скорее назвал их соучастниками. Будучи солдатом, я становился соучастником. Мы никогда не чувствовали, что солдат использует. Мы считали, что, будучи германскими солдатами, мы служим нашей Родине. Мы защищаем ее, и не имеет значения где. Никто не хотел того, что произошло. Никто не хотел войны, потому что мы знали от наших родителей после Первой мировой войны. Они говорили, если такое случится снова, то это приведет к гибели. А потом, однажды мне приказали маршировать и воевать. И это было невероятно. Мы совершенно не понимали кампании в России. Никто не понимал. Но это был приказ, а приказы должны выполняться. Наилучшим образом, поскольку я солдат, а солдат — это инструмент государства, я должен выполнять свой долг. Разумеется, было страшно. Приказывают выступать в 3:30 утра, желудок начинает выкручивать, боишься. В общем, вы понимаете, но ничего нельзя сделать. Вот почему я не хотел приказывать, а лучше было подчиняться приказам. Мы удивлялись и гадали, куда нас отправляют, зачем вся эта техника, зачем нужны бронеавтомобили «Панар» с большими колесами, куда? В Турцию, Персию, Африку. Когда мы отправлялись, мы ничего не знали. Но потом мы проехали Берлин и продолжали ехать дальше на восток. Наступил рассвет. На следующий день мы были уже в Восточной Пруссии.
Здесь вы видите радость. Мы куда-то направляемся. Может, куда-нибудь или... В общем, это та радость, которую ты испытываешь, когда просто путешествуешь. И вот мы входим в Варшаву. А это осмотр зданий, которые были разрушены в 1939 году. Теперь мы на разбомбленном холме. Мы забрались наверх и засняли с вершины холма всю панораму. Меня заинтересовало все. Люди фотографировали деревья, и я делал то же самое. Даже если сегодня думаешь по-другому, тогда нам было очень интересно. Нельзя просто взять и осуждать это с точки зрения морали. То как раз то, чем некоторые занимаются сегодня. По просмотру уводит на много лет назад. Я очень хорошо помню и имена, и фамилии этих людей. Вот лейтенант Вольпердинг, старший инструктор, унтер-офицер Кланте, Хауптфельдфебель. Все возвращается. И сам возвращаешься в то время. Единственное, чего здесь не хватает, это оригинального звука. Мы не знали, куда мы едем. Затем мы увидели, у железнодорожной станции было польское название. В течение ночи нас разместили в новых казармах, рассчитанных на 100 человек. Офицер отдела фоторазведки провел нас в расположение. Я был со своими друзьями, и этот очень хороший офицер. И он сказал: «Я не должен сообщать вам, ребята, но в 4 часа начинается наступление». Мы были в шоке, что с нами будет. Наступил рассвет, и мы поняли,
Сейчас начнется наступление. Происходит вторжение в Советский Союз. Что же мы тогда чувствовали? Это был жаркий день начала лета. Я ни о чем не думал. Мы шли по лужайке и вдруг оказались под обстрелом. По нам вела огонь артиллерия. Так произошло мое крещение огнем. Очень странное ощущение. Тебе говорят, куда идти. И вдруг совсем рядом с тобой раздается грохот. Появляется ощущение, что тебя вот-вот продырявит насквозь. Но можно преодолеть себя. Я был не один. Рядом находился наш командир. Так что надо было изображать из себя героя. Нельзя было просто залечь, что, конечно же, легче. Там лежал германский солдат. Рука поднята вверх, на солнце сверкало обручальное кольцо. Его голова была распухшая и красная. Рот и губы облепили мухи. Так я впервые в жизни увидел труп. Так все началось. Вскоре нас ожидало ужасное известие. Нам сообщили, сколько самолетов не вернулось. Это было ужасное потрясение. Товарищи, друзья, люди погибли. Их судьба неизвестна. Люди, с которыми ты провел не один день и даже не один месяц. Я был солдатом, воевал, и понимал, что другие гибнут, и я тоже могу погибнуть. Меня могут убить в любой момент. Убийство — это слово никогда не использовалось, и для нас это вообще не было темой для обсуждения. В ходе атак, когда атаковали русские, или же мы сами шли в наступление, я всегда чувствовал крайнюю обеспокоенность и страх. Останусь ли я в живых? И что будет в следующую минуту? Однажды нас прижали к земле русские штурмовики. Они атаковали наше расположение. Нас это так встревожило, что мы стали стрелять даже из винтовок, поскольку зениток не было. Это странно для артиллериста пытаться подбить самолет из винтовки. Sofort einen Jubelschuss dann
Мы кричали от радости, сбив этого злодея. Мы даже не могли передвигаться, все время сидеть в окопе, это вам не постель из роз. Так что мы палили изо всех сил, пытаясь сбить его. И так он взорвался. И мы все сразу же побежали разглядывать обломки. А это пилот. Черный. Синий свитер. Почти ничего не осталось. Я посмотрел на эту ситуацию. Ликование по поводу того, что удалось сбить эту машину. Видите ли, он нас очень сильно донимал. Он убил человек 5, вот. Все это было очень серьезно. Вопрос жизни или смерти. Вот вниз летит бомбардировщик. Русский. Кажется так. Я поменял объектив для съемки вблизи. И вот теперь крупный план. Никогда не знаешь, в какую сторону все повернется. Или кадры окажутся совсем не такими, как ты думал. Или ты винишь себя за то, что не снимал что-то ужасно интересное. Я не хотел получать эту профессию. Я хотел стать фотокорреспондентом, поэтому я убежал из дома, чтобы в Гамбурге научиться фотографии. Но отец сказал, ты еще слишком молод, и нужно научиться достойному делу. Поэтому пришлось заниматься торговлей. Церковь в Витебске в полночь. Очень драматично. В самом деле. Проходя по Витебску, внезапно мы были обстреляны. Огонь был, шел отовсюду. И мы повернули, чтобы выбираться из Витебска. Мы думали, что не сможем уйти живыми из горящего города. Я подумал, что грузовики взорвутся. Было так жарко. Но нам повезло. Потом мы ударили по Витебску с запада. Русские же ждали нас с юга. Так был взят Витебск. Я был рад, что во время войны у меня появилась профессия, которой я хотел заниматься. Кроме других задач, я пытался фиксировать то, что происходило вокруг.
Еще мальчиком я думал, если когда-нибудь будет война, я хочу снять все, как было, из траншей на линии фронта. Я был недоволен солдатами Первой мировой войны, которые не могли мне толком рассказать, что на самом деле происходило в бою. Я хотел задокументировать для грядущих поколений, что видит солдат, лежащий в траншее на передовой. Наведение съемки обеспечило в некотором роде защиту. Ты настолько поглощен задачей, что просто больше ни о чем не думаешь и совсем не беспокоишься о том, что происходит вокруг тебя. Эти кадры сделаны из бокового окна. Могила нашего водителя. Я вышел из машины, чтобы включить рацию, и тут в машину попал снаряд, и все погибли. Так что смена машин может быть выгодной. Такое часто происходит. Это случайность, независимо от того, попадут в тебя или нет. Можете расценивать это как трагедию, но ничего не поделаешь. Меня тоже могли убить. Это война. Нельзя требовать от боевого подразделения целыми днями копать могилы или думать о погибших. Их слишком много. Тогда германский вермахт вообще бы не наступал. А русское население не ушло. Люди оставались в подвалах, в землянках. Мы это выяснили гораздо позже. Там, где расположилось наше подразделение, по этому месту противник вел очень точный огонь из минометов. Мы несли тяжелые потери. И решили, что рядом должны быть русские, которые корректируют огонь. Мы пошли и отыскали в землянках много людей. Что с ними сделали? Их привели, допросили. Потом я слышал, куда их забрали? Командиру батальона или полка, а может дивизии. Потом я услышал выстрелы и понял, что их расстреляли. Вы это видели? Видел. Участвовали? Я должен отвечать на этот вопрос. Дайте мне возможность не отвечать. Я бы не видел.
Сам я не видел казней, но слышал от людей, которые принимали в них участие. Это не было тайной. Эти евреи агитировали против германского вермахта. Они погибли, а многие умерли от непосильного труда и по-другому. Это было ясно. Их не переселяли, а систематически уничтожали. Все надеялись, что мы дойдем до цели еще до зимы, а целью была Москва. Все на это надеялись. Русские давали нам пройти. Они отрывали укрытие и прятались там с оружием. И когда появлялся танк из своих укрытий, они пытались подбить его или же повредить. Или они пропускали германские моторизованные части, оказывались позади и выползали из своих укрытий. В таком случае, если успеваешь это заметить, то, оказавшись с той стороны, откуда они не видят тебя, можешь выстрелить или бросить в их укрытие гранату. Как правило, гранаты оказывалось достаточно. Для меня не составило трудности. Можно лишь радоваться и благодарить Бога за то, что ты прошел через все это. Что ты выжил. Прошел через все военные годы. И вот наступила зима. Мы получили подкрепление. Подкрепление из необстрелянных юнцов. Цвета невероятно красивые. Цвета, которые так редко увидишь. При температуре минус 55 градусов Цельсия. Краски на улице просто потрясающие. Вот германская передовая. Белая береговая линия сзади — советские позиции. Я забрался на дерево, чтобы посмотреть, и мне повезло. Как раз в этот момент подняли тревогу.
Были и спокойные периоды, час или два без стрельбы. Это даже скучно. Я заслужил интересного материала за то, что залез на это дерево. Там стоит советский танк, который мы подбили за день до этого. Мы подозревали, что в нем засел наблюдатель, который корректировал их огонь. Танк взрывается. А вот водитель, такой молодой русский, ему всего 17 лет. Ночью взорваны еще танки. И наступает Рождество. В этой игрушке больше 100 деталей. А если нажать на рычаг, лошадку, кукла поворачивается, солдаты маршируют. Такой сундук с сокровищами. Он годится для любого возраста. Взрослые покупают их детям, но сами, как правило, получают больше удовольствия. Военные эшелоны. Чем дольше война, тем больше я думал о том, что поезда совсем перестанут ходить, поскольку взорвут все пути. Важные линии на Восточный фронт были всегда открыты. Они работали нормально. В редкие увольнения, когда поезд покидал Берлин, он был полон солдат, загруженный им под завязку рюкзаками, в чистой и выглаженной форме, печальный после расставания, все с кучей вещей, купе так набиты, что не развернуться. Но настроение у нас было превосходное, мы играли на музыкальных инструментах, всегда в бодром расположении духа, сыпали шутками. Поездка занимала 3-4-5 дней на восток. Чем дальше на восток мы забирались, тем просторнее там становилось. На наших бывших восточных территориях поезд был уже наполовину пустым. Когда мы подъезжали к конечной станции, где-то километров 40 от фронта, купе было уже пустым.
Ты выходишь на платформу один и говоришь: «Ну и кто же сражается на этой войне?» Тебя подбирали и рассказывали, что происходит дома. Дома — это значит на фронте. Они рассказывали мне о доме, а я им о родине. Мне говорили, кто погиб, кто еще жив. Большинство еще было в живых. Рассказывали, что вообще происходило, что делали русские, ну, всякие подробности. Приятно было вернуться в свое прежнее расположение, в свои старые траншеи, потому что я знал, здесь мне никто не будет рассказывать сказки. Я знаю, что здесь происходит, потому что вижу все сам. На фронте ты превращаешься в настоящего зайца, чувствуешь, что правильно, что неправильно. Нюхаешь землю, появляется совершенно другое ощущение жизни. Я до сих пор помню, как пахнет крымская земля. Я сразу определил ее среди других образцов. Удивительно, как память возвращает мельчайшие подробности. Я просто чую запах дыма от той печки и вообще всю атмосферу. Воспоминания оживают. За много дней может не прозвучать ни одного выстрела. Можно достроить землянки, поставить там столы, и вдруг обнаружить, что вокруг уже есть огород, созрели овощи. Жалко, что у нас не было семян редиски, иначе она бы тоже выросла.